В России продолжается масштабная зачистка в оборонных структурах. Правительство планомерно одного за другим вытряхивает коррупционеров. Проходит череда задержаний. Так, на этой неделе под суд пошла Ольга Ванина, финансовый директор промышленной группы «Новик», которая занималась техническим обслуживанием судов ВМФ России. Ванина наживалась на бюджетных средствах, выделенных государством на сервисное обслуживание кораблей. Напомним, что в 2022 году бывший владелец «Новика», экс-депутат Алексей Лященко, был заочно арестован по обвинению в невыплате зарплаты работникам компании. Лященко удалось сбежать, и по некоторым данным сейчас он скрывается на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Также за взятки под суд пойдет глава ГУ МЧС по Кубани Олег Волынкин. По данным следствия, Волынкин воровал бюджетные средства на госконтрактах. В ходе заседания Волынкин признал вину и разделил ее со своими подчиненными, чью работу и жажду наживы он не смог проконтролировать. Госконтракты – золотая жила для взяточников. Так, руководитель дирекции дорожного хозяйства «Янау» зарабатывал на помощи коммерческим компаниям в получении госконтрактов на строительство дорог и покровительствовал при приемке выполненных работ. На этой затее ему удалось заработать более 47 миллионов рублей. Сейчас же его имущество на сумму около 200 миллионов рублей находится под арестом, а суд избирает меру пресечения для проворовавшегося руководителя. Редакция «Момента истины» продолжает борьбу с коррупцией. Если вы столкнулись с судебным произволом или другими фактами, то свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактам.